Вид, конечно, потрясающий. Без слов нет. Ночью еще красивее, на все здания подсвечены. Thank you.
Заринский. По-моему, да, за Мариинском остановился на ночевку. Утром подходит кореец на мотоцикле. Из Новосиба ехал в Корею. До Иркутска. Ну нифига себе, парень, ну ты герой. Он уехал, я еще остался. Потом проехал какое-то время. Смотрю, он меня снова обгоняет. На мотоцикле это вообще круто, блин. Это вот бойницы, да, вот? Да, там пушки стояли, спилили в 90-е на металл. Блин. На той стороне есть ворошиловская батарея на русском. Там осталось две пушки. Thank you.
нормально.